Что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Вот еще бы такую же книжку. У меня ведь есть еще лучше. Смотри-ка, сделай сам. Ну, все сам да сам. А тут ведь вот. Царская жизнь. Только и делай, что ничего не делай. Тогда тебе просто необходимо попасть в тридевятое царство. Да разве туда попадешь? А почему бы нет? Где у нас тут сказочный раздел? Вот он, нашла. Теперь встань вот здесь. Голову правее. Спокойно. Вот это да. Понимаешь, в книгах могут жить только нарисованные мальчики, но ведь и вы с ним одно и то же, не правда ли? Факт! А вы волшебница! Ну что ты? Тут никакого волшебства нет. Просто я регулярно читаю эту книгу. Ну, ступай, дружок. Крашу я заборы, чтоб тунеядца мне прослыть. Царь, отдай. О, Господи. Ох, как я испугался. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял. А я в таком виде. Нет, это я. А вы зачем забор красили? Вы же царь, вам уже полагается ничего не делать. Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты, ничего не делай. Ты ведь так и со скуки помрешь. И потом, я ведь не в самом делешный царь. Я сказочный. Дай, думаю, пока сказки на полке стоят, забор подкрашу. И польза, и разминка. Одобряешь? Нет. Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит. Так-так. Понятно. Уступил бы место старшему, а и в школе не обучен. Пожалуйста. Подай-ка себе корону-то. Пожалуйста. Великовата она тебе. Значит, пирожных. Ага. Эй! Стража! Вот что, ребят, отрубите-ка ему голову. Тунеядец. Ага, это можно. На-то!
разбитая корыта. А, вот это я где. Бабушка, здравствуй. Здравствуй, милок. Бабушка, как тут золотую рыбку повидать, а? Ты-то уж в курсе дела. Да вот оно, море-то рядом. Ой-ой-ой. Знаешь, только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Главное, она еще мне будет рассказывать. Как будто, что ли, я не читал? Так ведь я-то не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, касатик, милый, это... Попросил бы ты у нее корыто, а? Ну вот еще, снова здорово. Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину. Да, да нет, нет, где уж там. Ну ладно, поговорим. Эй, золотая рыбка! Эй-эй, золотая рыбка! Ты что, не слышишь, что ли? Ну что тебе надо, Стасик? А? Что? Что это такое? Золотая рыбка! Слушай, золотая рыбка, значит так. Я хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел невод. А ты его трижды закинул в море. А ты меня поймал? Палец о палец не ударил. А туда же я хочу. Тьма ты! Куда ты меня тащишь? Подумаешь, Килька несчастная! Thank you.
блоков, чтоб дворец построить в срок. Делать надо нам расчет, как из труб вода течет, что отсюда вытекает. Арифметики почет? Не хочу! Не хочу! В школе учат, учат! Еще тут в сказки навалились. Да. Тебе, видал, нужно в 39-е царство. Че я там не видал? А там есть двое из ларца одинаковых с лица. Что не прикажешь, все за тебя сделают. Все-все? Да. Эх, а как туда добраться? Ступай прямо. А чтоб не заблудился, вот. А, ну пока. Катертью дорога. Эй, двое из ларца одинаковых с лица. Стресс! Привет. Ну, так вы что же, правда все за меня делать будете? Ага! Ага, ну, тогда сделайте мне, во-первых, пирожных. Чё вы? А, это вы и пальцы за меня загибать будете. Ага. Хорошо. Во-вторых, конфет. А в-треть... Ну, загибайте. А в-третьих, мороженого. И скорее, быстрее. Бусело! Эй, 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 алло, стоп, стоп. Вы что это, и конфеты за меня есть будете? Ну нет уж, тогда убирайтесь обратно в ларец. А вот кому пирожки горячие, с повидлой, с мясом, с капустой. Печка. Здравствуй. Печка, печка, дай мне поесть, а. Да пожалуйста, только накались перво дровишек, растопи их, да замеси тесто. Ладно, будь сделано. А ну, двое из ларца. Явились, замесить и нарубить. Будь сделано. Сейчас, как я все это замечу.
она такая липкая. Ну ладно, зажарится как-нибудь. Вот тебе и пирожки. Чё? Чё такое-то? Чёрное! Чего морщишься? Сам испёк, сам и кушай. Это чё, это пирожки? Нет, спасибо, это мне, знаете, никак не хочется. Вы это что, смеётесь, а? Надо мною? Думаете, я ничего не умею? Прям как вы? Ага. Ну уж нет. Жалко, что у меня нету инструментов. Ну, вот это можно. Это что? Инструменты? Ага. Хорошо. Как захочу, так все сделаю. Хоть кадушку, хоть корыто. Ох! Это я-то совсем забыл. Эх, мне бы только бы это суметь. Она бы весь рот открыла. Батюшки, неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, это я сам. Молодец. Теперь, знаешь что? Чего? Построй-ка мне избу. Избу? Ха, это еще я и не умею. Ну-ка, давай-ка поглядим, как тут избы делают. Все самые любимые мультики из детства на канале Союз Мультфильм. Подписывайся.